Всем привет! Хотел бы познакомить вас с таким замечательным ресурсом онлайн Compiler Explorer. Вот. Сайт у нас godbolt.org. Вот. И в чем фишка вот этого вот ресурса? А в том, что можно изучать, что выдает компилятор, какие машины инструкции он генерит на основе уже какого-то кода. И этот код можно написать на различных языках. Их здесь не так уж много. Вон Swift, Rust, Pascal, LLVM, Haskell, Go, D, там, ну и т.д. И ESC, C++, ESPC какой-то, не знаю. Вот, и здесь можно выбирать версию компилятора и смотреть, к примеру, выйдет новый компилятор, можно смотреть, какие отличия. Вот, но в любом случае это очень полезный ресурс, здесь можно изучать ваш код, не только ваш, а чей-то другой. Изучать, какие типы, к примеру, если это C++ выводит, когда мы там пишем авто или еще что-нибудь. Ну, в любом случае, как бы изучать здесь можно все. То есть написать небольшой кусочек кода по вычислению чего-то и смотреть, что выдает, что генерит уже компилятор. Вот. Ну, как минимум, можно улучшать свою программу на момент производительности, вот, чтобы меньше было, там, к примеру, инструкций или еще чего-нибудь. Вот. Но ресурс очень полезный. И, например, вот здесь есть стартовый пример вычисления площади. И вот, к примеру, в языке C, какой код будет сгенерен для этой функции, то есть машинной инструкции. Также можно выбрать C++, то есть он особо не отличается, как мы видим. Ну, здесь можно еще флаги, к примеру, давайте оптимизацию включим. Оптимизацию, ну, файл, а не файл, все нормально, вот. То есть вот оптимизация, если мы убираем флажок оптимизации, вот без оптимизации. Ну, как вы видите, круто. Давайте посмотрим подобный код на Rust. Вот на Rust. Здесь уже у нас инструкций гораздо больше. Тут есть оптимизация флаг или нет? Есть, во, довольно неплохо. Swift можно взять еще. Swift. И оптимизацию включить. Ну, не так уж и много оно соптимизировало, но... Вот, и в качестве, как бы, просто примерчика, я вот на языке, давайте, вот у меня есть три примера. Язык C, это просто две функции, которые первая слаживает два числа, вторая умножает. Вот, и мы объявляем вот здесь переменные, и вызываем эти функции, выводим результат. И если... посмотреть на оптимизированную версию. Кстати, вот это все можно передвигать. Можно двигать вверх, вниз, вправо, влево. То есть можно это тоже сюда куда-то. Вот. Давайте где-то вот сюда я вывод компилятора. Вот. И оптимизированная версия для языка C. О, вот она, да. Вот не оптимизировано внизу, а вот оптимизировано. И что здесь можно увидеть? Здесь можно увидеть, что... А, ну, кстати, смотрите, я веду мышкой. Вот я навел мышкой. И вот здесь слева подсвечивается именно тот участок кода, который вот здесь. Да, ну, оно еще цветами подсвечивает, но можно еще поводить мышкой. А вот вторая функция printf. Вот, ну что мы здесь можем увидеть? Мы здесь можем увидеть, что уже компилятор вычислил, что будет. То есть в режиме оптимизации он уже просчитал. Когда нет режима оптимизации, все-таки эти два значения передаются, а дальше вызываются функции и производится вычисление. Но когда же включен оптимизатор, как мы видим, уже пятерочка. Что такое пятерочка? Функция foo_a у нас производит сложение a плюс b. 2 плюс 3 будет 5. Соответственно, вот здесь компилятор умный, и он это уже просчитал. Для второго варианта, вот он второй вариант, то есть вот он вычисляет это значение 6. То есть это 2 умножить на 3 будет 6. Соответственно, сразу же он это увидел, просчитал и вызывает функцию printf. Вот, call printf. Он не вызывает функцию foo_a и foo_b после оптимизации.
Без оптимизации он, как мы видим, вот вызывает функцию foo(a), дальше функцию printf, то же самое и для второго foo(b) и printf. Вот, то есть оптимизация мощная вещь. Вот. Ну, такой же пример для языка C++. Вот, оптимизация вот у нас включена. Здесь точно так же. У нас уже другие значения, 5 и 2. Итак, 5 плюс 2 это будет 7, и 5 умножить на 2 – 10. Вот он эти значения вычислил. 5 и вот 8, да, sub, вот оно. Так, 7, ага, вот, и 10. Вот, ну а без оптимизации, без оптимизации C++ тоже неплохо справился. То есть не так уж сильно отличаются эти коды. Ну, если включить максимальный уровень оптимизации, то тоже особо отличий нет. Ну и такой же пример, язык Swift. Вот, оптимизацию вот я включил, но дело в том, что здесь столько всего. Как бы я бы не сказал, что он сильно оптимизировал, но Swift я не знаю, я в нем только немного разбираюсь. Поэтому, возможно, может быть, еще какие-то флаги надо включить. Вот, но кода здесь довольно-таки много, то есть машинных инструкций. То есть вот, к примеру, вычисление результата, где оно у нас. Вот это печатание результата, да, смотрите, вот сколько кода машинных инструкций. И вот у нас подсвечивается вот здесь текущая функция, да. Вот, ну, ресурс очень интересный, поэтому вперед, исследуйте код, исследуйте способы, как компилятор работает, то есть способы, там, к примеру, передач значений можно по ссылке, по указателю, по rvalue ссылки, если это C++, и так далее, и тому подобное. В общем, ресурс очень интересный, поэтому вперед, оптимизируйте свои программы, сверяйтесь с различными версиями компилятора. А вот. Давайте сравним 4.4.7 и GCC 7.2. Язык C. Ну, как мы видим, так, оптимизации нет. И, наверное, почти одно и то же. Ну, это надо в отдельных окошечках открывать и сравнивать. Вот, поэтому все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Всем пока.